Мда, конечно, да, конечно, да, это да, конечно, ну это, конечно, да, это, мда, ну это, да, 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 это, да, да. Чтобы вы поняли, я стоял в очереди примерно с часу дня. Ну так, примерно так, примерно. Ну так, плюс-минус. Так, что я хотел? Что-то я хотел. Так, ну для начала, прежде всего. Надо написать Бьорну. Бьорн, так, соси. Жопу. Все, отлично. Начало положено. И погнали в западный край. Что сделать, если сконнектнет? Не знаю, пойду на аэропорт, посмотрю. Нормальная тема, по-моему, абсолютно. Огурчик, держись! Да чем ты стакаешь на нем Сандеры, ты глупый? Героиками бей. Не убегай, чел, не убегай. Ты только хуже делаешь. Нужно больше ярко. Огурчик, зачем ты 15-го левела загрел? Огурчик, нам пердак из-за тебя. Просто пердак. Ты еще и ко мне его ведешь. Ты еще жив? Недостаточно ярости. Нет, бляха-муха! Так, я сваливаю, блядь, Дейс. Так, ладно, хилимся, живем. Нужно больше ярости. Слишком далеко. Фуф, вроде выжил. Едрить, это было близко. Не-н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 е! Отстань! Да в смысле? Да охереть! Почему так далеко ты за мной пошел-то? Ну пипец! Ну, первый гуф. Чё за бред вообще? Ты бы еще на другой конец карты бы за мной пошел. Так, кто эксперт? Короче говоря, мне нужна ваша помощь. Где лучше собирать овес? Потому что я не понимаю, овса просто нету. Так, вот чуть-чуть есть. Хотя бы один. Чтобы хоть начало положить. А, блин! Зачем я на 14 левел стал выделываться? Ой, мне пердак. Ой, мне пердак. Так, не, знаешь, что, вепрь? Давай-ка как-нибудь другой раз. Не-не, никаких F. Отставить F. Все, нормально. Так, возможно, что вот здесь есть овес. Но сюда опасненько заходить. Да, пожалуй, туда не пойду. Так, все, под шумок выходим быстренько и идем обратно. Да пожалуйста, ну... Ну что ты будешь делать? Он на 3 левела всего меня выше. На 3, Карл, я даже хил поушен выпил. Стою слишком далеко. Ой, спасибо, кто-то интеллект на меня бафнул. Добрый человек. Нужно подойти поближе. Вы думали, интеллект не нужен воинам, да? Вы думали, не нужен интеллект воинам? Повышает скорость развития навыков владения оружием. Поняли, да? А вы такие типа, хех, воину интеллект бафнул. Вот это он замутил рафляночку-то, да? Хе-хе-хе! Вот это он шутник! Просто не выходи из игры. Для этого тоже понадобится TeamViewer, наверное. Я вот, мне вот интересно, смотрите, а если я... допустим, останусь онлайн... Да, падает. Если я останусь онлайн и положу на кнопочку, допустим, V и D, да? Положу, допустим, грузики, чтобы вот... Ну, вернее, не V, а, допустим, вот так вот вперед и влево. И вот так вот у меня будет происходить в течение очень продолжительного времени. Это будет считаться за ФК или нет? Мне кажется, что не будет. По-моему, я вроде проверял, это вроде не работает.
Этот статус отсутствует, появляется, да, все равно. То есть, как бы смысла нету. То есть, я все равно потом рано или поздно выкинет. Так, Мурлок. Мурлок. 17-й, 16-й, почему? 15-й, 16-й. А, жесть, за что? 14-й он один. Охренеть. А поменьше есть мурлоки? Так, все, 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 я ухожу, я ухожу. Так, мне походу жопа. Да блин. Отстань, отстань, отстань. Отстань, отстань от меня. Фу. Вот тут жесткие мурлоки были, я помню. Ну хотя нет, 14 левела нормально. Да, таких я еще теоретически смогу осилить. Давайте попробуем. Ах ты кастер мерзкий. Нет, иди ты тогда в попу. Иди в попу, чувак, нет. Если бы я тебе мог сбивать касты, тогда без проблем. Да, магу, блин, удобно. Раз одного в овцу, а второго бьешь. Стоять! Ладно, я тебе помогу. Надеюсь, ты мне поможешь в ответ. Чел, ты будешь помогать? Вот, ну вот как таких называть, твари, а? Ну что ты за тварь просто, а? Паскуда ты галимая. Ну серьезно. Что за мразь просто? Просто обидно, что такой идиотина. Главное, я-то ему, главное, помог. Когда он стоял, дрался. Потому что этот мурлок бы загрелся на него. И чел бы слег. Гарантированно бы слег. Он бы не выжил бы. Потому что у него и синяк уже был почти дохлый. И сам чел был на половине там маны, половине хп. Этот мурлок бы его заомнил. Я взял его на себя. Все, что надо было челу сделать, один шедоуболт дать. Один шедоуболт, и все было бы нормально. Тут дело не в том, что он думает, что только им должны помогать. Тут дело в том, что он просто глупый был и не понял, что нужно просто посмотреть и помочь мне. То есть у человека даже мыслей просто таких не возникает. Маг 16 уровня. Просто ауешит, лол. Просто ауешит. Трех сразу. Приятно. Старый знакомый, с которым еще лет 10 назад играли. В онлайне. Который тоже с Ваней... Который начинал с Ванилы играть. Который в моих глазах был каким-то просто, типа, божеством. Я на него смотрел просто как на какого-то эпик хиру. Ну, кстати, играл в самый сильный ПВЕ гильдии на Азуригосе за Альянс. Почти успел Санвал зачистить в актуале. Муру убивал. Только Килжедена не успели. Молодость вспоминает. Ну да, в этом же и прелесть этого Вова. В этом же и прелесть его. Ну, смотрите, один левел получаешь, и насколько легче становится. Это я для зумеров объясняю. Видите, какая колоссальная разница просто. Не то, что сейчас в актуале. Сижу, рыдаю ностальгически, отыграл в эту игру с 2004-2017 года с двухлетним перерывом. Ну, у меня поменьше было, но примерно тоже с того же времени. Поэтому я тоже прямо сейчас так балдею, просто невероятно. Настолько давно забытые и потерянные ощущения по новой вот во мне вспыхивают и играют разными красками. Так, я не понимаю, куда... А, вот сюда, все, вот. Пойдемте спамить на цыпленка, цып. Отстань. Да что ж с вами такое? Отстаньте! 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 Плохой койот! Так, спамит цып. Так, ладно, мне надо макрос. Чем я занимаюсь вообще, а? Чем я занимаюсь? Чем я занимаюсь просто, бля? Ну и чё, сколько надо? Это, блядь, что такое было? Надо спамить или так вот прожимать по чуть-чуть, что надо?
чем я занимаюсь, а? Пиздец. Вы серьезно? Как до этого можно догадаться? В чем ваша проблема? Найдите много цыплячьего корма, вернитесь к вашей курочке подружке, когда найдете ее, поклоните ей, прежде чем покормить ее специальным цыплячьим кормом. Куда? Курь смотрит на вас и начинает что-то царапать на земле лапой. Вам кажется, что это что это какое-то слово, но вы не уверены, какое именно. Может, сальдеан? Прежде чем вы успеваете спросить, курица уходит по своим делам. И что? В итоге я сам его жру. Да пламегор, да. Поклонитесь ей, прежде чем накормить ее специальным цыплячьим кормом. Ах, спамить надо поклон теперь. Какого черта, где я свернул не там просто, блядь. Снова цыпу надо 15 раз. Хорошо, ладно. Эх, блядь, где я свернул не там в этой жизни просто, а? Ладно, зато у меня есть спутник. Пусть ты петух, но все равно. Какие люди замечательно играют, да? Вов Классик, есть аукцион? Где же, интересно, аукцион-то, да? Моя не особо понимает ценообразование. Поставлю-ка я за 6 голды штаны зеленые на 5 левел. Хорошо продавать предметы, которые нужны для квестов. Ну сейчас они не будут хорошо продаваться по одной просто простейшей, мать его, причине. По самой простейшей причине. Знаешь, по какой? Денег у народа нету сейчас, в принципе, понимаешь? Сейчас на сервере нету денег. Если суммарно собрать все деньги, которые сейчас есть на сервере, я сильно сомневаюсь, что даже 100 голды наберется, понимаешь? Вот все, кто здесь сейчас вот играют, да, онлайн, если у них у всех сейчас собрать деньги, я сомневаюсь, что суммарно наберется даже 100 голды. Я напоминаю, что на аукционе деньги не зарабатываются. Ну, как бы, относительно сервера, они не зарабатываются. Наоборот, даже тратятся. Деньги зарабатываются только на убийстве врагов и на квестах. Все. Аукцион деньги просто перегоняет с одной точки в другую. Камень встреч. Да, и правда он не сумонит, похоже. Так, подождите, а здесь какого левела мопцы? А, все. Я понял. До свидания. Как там у Бьерна дела? Его пустило? А, я же могу посмотреть. Да, опустила. Пепе смех. Палец. Медведь. А, нет, игрок не найден. Смешно. Смешно, потому что он большой. Ящик с остальными припасами. Давайте хрючего хотя бы возьмем. Инстант карма. Ну, видимо, поиграли на сегодня, да? Ну что же, это было увлекательно, очень интересно, да, да, здорово, спасибо. Бьёрн вошел, да, а я вышел. Пепе смех, да, пепе смех.